Друзья, это было произведение, которое всем нам прекрасно известно. Музыка из кинофильма «Высокий блондин в черном ботинке», аранжированная Александрой Свиридовой. И аранжированная она в стиле румынского кола. Ну, а мы продолжим. В 1922 году на маленькой радиостанции в Атланте начал свой путь к мировому признанию стиль кантри. А там стали передавать передачу под названием «Амбарный танец». Суть была в следующем. После рабочего дня все жители поселка собирались под крышей амбара, пели и плясали под бликанье банджо. Это было как местное население, так и бродячие парни, так называемые парни с холмов. Они очень здорово пели и играли, и взамен на это получали выпивку, ночлег и развлечения. Ну и в какой-то из дней парень, который работал обычным, тормозным на железной дороге, решил все это фиксировать. И под крышей этого амбара он соорудил маленькую звукозаписывающую компанию. Этот парень, обычный рабочий, явно не знал, что через много лет он войдет в историю как великий Джимми Роджерс, праотец стиля кантри, музыки вестернов, музыки Дикого Запада. Тихонов. Ранчо Веселого Джека. Thank you.
однажды сказал: никогда не дарите женщине то, что она не сможет сходить вечером. Согласитесь, верное замечание. Но есть исключение. Его сделал следующий автор. Он подарил своей возлюбленной мелодию. Эммануэль Растелли «Мелодия любви» для Оксаны. А ты помнишь точно, что я, да? Однажды Астор Пьеццола пришел к своему преподавателю
профессору высшей парижской школы Наде Буланже. Принес свои творения. Она послушала и сказала: «О, это великолепно! Здесь вы как Стравинский, здесь вы как Прокофьев, здесь вы как Рахманинов. А где вы?» Он сел, и зазвучала совершенно другая, такая близкая сердцу музыку, музыка. И он, она подбежала и крикнула: «Господи, так вот какой же вы глупец! Вот это Пьяццолла!» Астор Пьяццолла, «Либертанго». Thank you.
Это занимало у него очень много времени. Он не успевал читать книги, молиться, совершенствоваться. И однажды он принял серьезное решение. Он повесил на дверях своего дома объявление. Два вопроса, $100. Людей, конечно, поубавилось, но однажды в дверь постучали, на пороге стоял богач. И он сказал: «Равин, тебе не кажется, что за два вопроса, $100, это много?» А Равин ответил: «Возможно. А какой твой второй вопрос?» «Еврейский танец». Всего лишь три слова. Утрату нельзя
прочесть. Утраты можно только прочувствовать. Астор Пиццола, забвение. Thank you.
Нью-Йорка играет аккордеонист. Хорошо играет. Люди проходят, улыбаются, слушают. А ты взгляни ему в глаза и увидишь ностальгическую грусть почему-то очень далекому и родному. И услышишь плеск черноморских волн и почувствуешь запах одесских каштанов. Всем нашим музыкантам, которые ищут свой путь по всему миру, посвящается Эммануэль Растелли, аккордеонист в Нью-Йорке. Thank you.
познакомлю с очень важным человеком в нашем коллективе, человеком, которым мы гордимся. Это мастер аранжировки в нашем коллективе Александр Сергеевич. Сказать, что для аранжировки не всегда нужны приемы композиции и даже музыкальная грамота. Я расскажу вам историю, может быть, кто-то ее знает, потому что она действительно показывает о том, что если человек захочет, он всего добьется. На очередную репетицию Александра пришла с мобильным телефоном и поставила на мобильном телефоне какую-то мелодию. И говорит, а вот давай мы ее сыграем. Давай. Ноты, композитор, я ведь ничего не знаю. Она ушла. Через неделю репетиция. Мы садимся, у всех лежат ноты. Я говорю, а где ты взяла ноты? Ну как, я сняла по слуху, потом аранжировала, расписала партитуры, все это, вот симпатично. Я говорю, Саша, мы не можем сыграть, потому что у нас, в общем-то, нет никаких авторских прав, и вообще композитор кто. А мы ее сыграем. Хлопнула дверью, месяц прошел, но я думала, что все от этой идеи остыли. Она приносит через месяц листок, кладет на стол. А это письмо от автора произведения, которого она нашла в Ирландии. Написала ему письмо и попросила его разрешения сыграть это произведение. Сергей Эрденко, «Гамбринус».